Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы будем с вами делать жировую коррекцию с помощью тонов Huda Beauty и корректоров Bobbi Brown. Поехали! Берем два цвета, латте, он достаточно темный, и милкшейк. Один темный и один светлый. Нам понадобится кисть Elan номер 7. И мы сразу берем светлый цвет и проверяем его, насколько он светлый. Берем немного более темного оттенка и добавляем, и смешиваем прямо на коже. Нам нужно добиться, чтобы зона возле шеи была таким же цветом, как и шея. И начинаем постепенно двигаться. Когда я дохожу до скулы, я беру уже темнее тон и прохожусь более темным. И двигаюсь вверх уже темным тоном. То есть сразу с помощью тона делаю коррекцию. Зона под глазами и нос я также делаю темнее, потому что нос самая выпуклая часть лица. И если мы его сделаем светлее, то он у нас визуально будет больше. Поэтому мы его пока делаем темнее. Зону под глазами я не трогаю. И перехожу на лоб самым темным тоном. Я сейчас сделаю половину лица, а половину лица оставлю на потом, чтобы вам была видна разница. Беру Color Fix, цвет Medium 2, консилер и кисточкой номер F6 Elan я наношу на зону под глаз. И смотрите, наношу сразу туда, где у меня расположена вена, внутренняя часть, и вот во впадину. Дальше уже остатками я просто стягиваю. Мне сейчас нужно убрать цвет. Теперь я взяла две кисти. Это у меня F02 и F06. Беру светлый тон и начинаю уже выстраивать зоны блика. Подбородок, над губой. Кисточку номер 2 я взяла для того, чтобы выстроить центр носа. И зону под глазом я также высветляю и захожу на нос. Тогда визуально у меня зона носа станет меньше, потому что я как будто бы эту зону превратила в щеку. Вот такая я волшебница. Сразу высветляю скулу, над бровью и между бровями. Следующий шаг, видно, что я их очень люблю, беру корректоры Bobbi Brown. Такой очень темный цвет, домешала в темный тон. И простраиваю скулу. Скула у меня будет начинаться, темная зона, от виска, подскуловая впадина. И захожу на щеку и мягко ввожу в волосы. Могу чуть-чуть добавить зону подбородка, для того, чтобы мое лицо имела более четкий контур. Только кисточку держу, смотрите, снизу вверх, снизу вверх. Здесь я кладу четко плашмя. И сразу мы сделаем нос кисточкой F03 и прорисовываю себе просто полосочку. Просто нарисовала и край носа затемнила. Белый, он у меня уже подсох. Я беру ту же самую кисть и начинаю подтушевывать. Видите, четко видно блик. Светлый. Зона скулы. И носик. Если мы уже говорим о кремовой коррекции, конечно, мы можем добавить кремовый хайлайтер. Возьмем Charlotte Tilbury и наносим на выступающие зоны, где мы прокладывали светлый консилер. Кисточка F05. Чуть-чуть над губой. Немножко подбородок. И с
спинка носа. Вам сейчас должна быть видна разница с одной стороны и со второй стороны. Если вы эту разницу не видите, наверное, вам не нужно быть визажистом. А если вы видите и видите, что это красиво, значит, вы 100% хороший визажист. Итак, делаем выводы. Для такой коррекции лица нам нужен плотный тон, идеально подойдет Huda Beauty. Для скуловой коррекции мы взяли Bobbi Brown, моя любимая палитра. И обязательно, когда вы выбираете цвет скулового корректора, он должен втушеваться в кожу. Не смотрите на то, что он очень темный. Если мы делаем кремовую скуловую коррекцию, возьмите и кремовый хайлайтер. Это будет у нас с вами Charlotte Tilbury. И дальше вы закрепили пудром, прозрачный блеск для губ, и все у вас готово. Если вам понравилось видео, ставьте сердечко в комментариях и палец вверх. Всем пока!